Здравствуйте, садовые герои! Меня зовут Самойленко Наталья, и вы снова на канале Европлан Лайф. Сегодня выходит третий сюжет в небольшом цикле в гостях у Елены Поляковой. Как вы помните, мы летом ездили в Польшу, и сейчас делимся с вами своими впечатлениями. Этот сюжет посвящен не городскому озеленению, это озеленение жилых кварталов и придомовых территорий. Я хотела обратить ваше внимание, что, снимая этот сюжет, мы не ставили себе целью показать, посмотрите, как у них там хорошо, а у нас плохо. Если вы внимательно послушаете то, что говорит Войтек Грабчевский, то обратите внимание, что совсем недавно и в Польше были ровно такие же проблемы, как и у нас. Поэтому я думаю, что через несколько лет у нас так или иначе все исправится. И польские ландшафтные дизайнеры прошли ровно через то же самое, что проходим мы с вами. Когда нам хочется посадить огромное количество растений, когда непонятно, кто будет заниматься озеленением, когда вы, и в том числе мы, покупая квартиру, смотрим на красивый макет с озеленением, а потом получаем просто 4 голых стены. И никому в голову не приходит вопрос спросить, а где все то, красивое, что было на макете. Я хочу, чтобы вы посмотрели на то, что у нас могло бы быть и наверняка скоро будет в тот момент, когда мы начнем задавать вопросы и просто спрашивать, а где это все, что было на картинке?
беда у ландшафтных архитекторов, польских, по крайней мере, такая, что все начитались очень много про разные растения, тысячи, миллионы сортов, и все хотят в своих первых проектах дебютных доказать, что они специалисты по растениям, да, то есть они стараются включить в миллион, тысячу сортов задействовать в любом проекте. А оказывается, это абсолютно не нужно, да, для того, чтобы создать хорошее пространство, нужно просто решить 5, 10, 12 сортов, и все, хватит. Можно тремя, четырьмя сортами растений. Чем меньше, тем, в общем-то... Конечно, с ними можно играться. Да, можно играться высотой, можно играться системой посадки, да, возрастом растений и так далее. Это особенно в ваших условиях климатических, где этот ассортимент еще уже. Да. Это, я думаю, очень хорошая такая подсказка, что не надо нам 65 сортов барбариса на каждом проекте, да, достаточно выбрать барбариса один, в которых мы уверены, или гортензии тоже, не надо вообще как бы идти на маркетинговые эти все фишки, что нужно нам 25 сортов гортензии. Достаточно 2 или 3 сорта гортензии, и можно спокойно обеспечить тот эффект, который мы хотим, да. Здесь доминирует лаймлайт и ваниль фрез, то есть 2-3 сорта гортензии, одна чисто белая, вторая белая с красным, и всем хорошо, да, больше не надо. Уход одинаковый, и все получается так, как надо. Это тисовая изгородь находится во внутреннем дворике рядом с детской площадкой. И никто не паникует и не боится, что их ребенок съест ягодку или откусит кусок хвои. Странно, да?
Это не топ-класс, не супер-премиум-класс, не VIP. Но место хорошее, на самом деле, в городе. И довольно приятный проект получился. Здесь не было ничего раньше. Здесь были просто какие-то разрушенные старые здания, свалки, такие постпромышленные территории.